Продолжение Дня народного единства. В один из значимых государственных праздников 16 юных кунгуряков получили свой главный в жизни документ – паспорт гражданина России. В торжественной обстановке ему вручила лично глава Кунгура Лариса Ёлтышева. В таком формате чествования проходят только в крупные государственные праздники, поэтому для кунгурских школьников приглашение на такой прием стало большой честью. Я считаю, что нужно не просто этим гордиться, нужно с достоинством пронести свой паспорт всю жизнь. Поздравляю вас с этим замечательным днем. Поздравлением главы присоединились и депутаты Кунгурской городской думы. Чувство ответственности и гордости испытывали в этот день ребята. Несмотря на свой возраст, они понимают, что это их первый шаг во взрослую жизнь. С этого дня они стали полноправными гражданами нашей страны и несут ответственность за будущее государства. Я взволнована очень сильно. Радость, что получила паспорт. И хочу внести свой вклад в развитие России. Я очень рада, что у меня дочь сегодня получила паспорт. Она стала полноценным гражданином Российской Федерации. Мы надеемся, что она будет с гордостью нести это звание гражданина Российской Федерации всю свою жизнь. И мы будем ей гордиться. Кроме важного документа, юноши и девушки получили в этот день памятные подарки и наставления быть ответственным гражданином Кунгура и страны.